Всем привет! Меня зовут Дима, и я создатель блога «Куда теперь?», на канале которого вы смотрите это видео. Этот канал о том, как 1 июля 2018 года я со своим лучшим другом, не считая Владиславом, выехали в кругосветное путешествие абсолютно без денег и знаний английского языка. На сегодняшний день мы уже успели объехать 21 страну из запланированных 69 и даже подучить английский язык. Но вот со вторым пунктом у нас слегка проблемы. Хоть мы передвигаемся исключительно автостопом и пытаемся не замерзнуть ночью в палатке, деньги нам все-таки приходится тратить, хотя бы на те же визы, вопрос с которыми сейчас стоит у нас очень-очень остро. Вот именно это и стало причиной записи этого видео. Буду с вами максимально откровенен, у нас и до этого была вкладка с донатами, но за 9 месяцев в ней воспользовался только один человек, и тот моя мама. Также у нас есть свой магазин, но для того, чтобы продавать какой-то товар, его нужно для начала купить. Ах, да! Блог. У нас есть блог, у нас есть Instagram, YouTube, Instagram и Facebook. И, конечно, мы можем там продавать рекламу, но я не создавал блог для того, чтобы рекламировать 1xbet, пирамиды и Азию на три топора. Все говорят, а как поднять бабла? Что делать, скажете вы? Я знаю один вариант. У нас на сайте и по-прежнему есть вкладки с донатами, но мы их немного доработали. Например, люди, которые донатят нам $1 в месяц, получают от нас что-то типа именной открытки. Люди, которые могут позволить себе донатить нам $5 в месяц, получают от нас магнит с каждой страны, в которую мы въехали. Только представьте ваш холодильник на момент, когда мы закончим это путешествие. Также есть третий вариант – $20. Я не знаю, кто эти особенные люди, кто будут брать эту подписку, но специально для них у нас есть специальное предложение, а именно мы будем привозить им только то, что они сами хотят. И неважно, это будет вафли из Брюсселя или чача с Грузии. Главное, чтобы не приколюхи с Амстердама. Все это было по подписке, то есть один раз оформляете, и ежемесячно с вашей карточки в тот же день списывается такая же сумма, как вы и запланировали. Ее можно изменить, ее можно удалить, ее можно исправить. Все это делается все так же просто. Видео о том, как это сделать за 60 секунд, можно посмотреть прямо вот здесь. Вот ссылочка появится вот тут вот. Отдельно стоит разобрать кнопку разовой помощи. То есть вы сами выбираете сумму, сами выбираете валюту и единоразово отправляете нам только ту сумму, которую сами хотите. Ее можно использовать как для покупок с нашего интернет-магазина, так и для того, чтобы давать нам задания, о которых стоит поговорить отдельно. Собственно, что такое задание? Если вы хотите передать привет своей бабушке из Владивостока, либо личное поздравление с днем рождения от негра в Испании, или даже кусочек китайской стены, то смело оставляйте ваше задание в комментариях, а видеоотчет увидите у нас уже на YouTube-канале. До этого мы разбирали только материальную помощь, но не забывайте, что можно помогать нам и без денег. Для этого можете оставлять комментарии под этим видео, подписываться на наш канал и ставить лайки. Это нам очень-очень сильно поможет. Спасибо.